Тетяна Тупайло, координатор Миколаївського волонтерського центру, головною метою якого є увага до тих, хто не може відвідувати єврейську громаду. Тетяна та уся команда намагаються провідати якомога більше людей, особливо в святкові дні. Так, і ми зустрічаємо нашого гостя. Доброго ранку вам. Ну і хочеться привітати вас зі святом. І, напевно, давайте нагадаємо нашим глядачам, бо вже не вперше, всі чули, знають, але краще нагадати, що це за свято. Бо, як на мене, часто навіть читала коментарі, його чомусь плутають з Новим роком. От давайте нагадаємо, що це за свято, яка його історія. Доброе утро, спасибо за поздравления. Сьогодні ми празднуємо... Вечером заходом солнца будет уже третий день Хануки. А чтобы понять, сколько дней Хануки, почему третий и вообще сколько, просто нужно знать чуть-чуть историю. И история, собственно, такая. Давно, в давние времена, греки завоевали землю Израиль, и царь Антиох решил, что евреи должны перестать быть евреями, они должны отказаться от своей религии, веры, культуры, традиции, не должны перестать изучать Тору, они должны перестать соблюдать законы, шаббаты. И, собственно, это было под страхом смерти, и многие евреи начали отказываться от изучения Торы, от соблюдения религии, традиций, культуры. И они стали переходить в веру греков, они стали праздновать их праздники, одевались как греки, и дети, которые у них рождались, они называли греческими именами. Но не все хотели этого. И неподалеку в одном поселении, неподалеку от Иерусалима, жил еврейский священник Матитьягу. И он сказал: «Ничто и никто не заставит меня отказаться от своей веры, от своей религии». И было у него 5 сыновей, и, естественно, они тоже разделяли это же мнение. И они стали искать единомышленников. И они нашли очень много людей, которые не хотели другой веры, не хотели сохранить свою идентичность, свою религию, традиции. И набралось такое большое войско, собственно, которое возглавил один из сыновей Матитьягу, его звали Иегуда. И прозвище дали ему Маковей. А почему Маковей? Потому что от ивритского слова «макаби» в переводе на русский «молот». И в бою у него его удар сравнивали с ударом молота. И был бой, продолжительный бой, и еврейский народ победил. Очередной раз выстоял, и они вернули свою культуру, они вернули свою традицию, религию. И первое, что они сделали, они вошли в храм, чтобы вновь зажечь огни, которые освещают храм круглосуточно. Но в храме было все разрушено, в Иерусалимском храме, и не было светильника. Но светильник сделать, собственно, не проблема. А вот масло, которое заливали в светильник, освещали маслом, оливковым маслом только. Масло, все кувшины с маслом были разбиты, и масла не было. А чтобы сделать новую порцию масла, нужно было ждать 8 дней. И они долго искали, после долгих поисков они увидели маленький кувшинчик масла, который был в углу стоял. Они его открыли и поняли, что этого масла хватит ровно на один день, чтобы осветить храм. Но ничего не оставалось. Они сделали новый светильник, они залили масло. Прогорело масло один день, и они посмотрели в этот кувшин маленький, и там опять появилось масло. Они вновь его залили в светильник, и опять светильник освещал храм. И так продолжалось 8 дней. Так вот, Ханука, прежде всего, это то, что еврейский народ отстоял, да, свою религию, свою культуру, свою идентичность. И смотрите, ведь важно рассказать историю нашим детям, да, как нам рассказывали наши родители. Но еще важнее, что мы можем, кому мы можем рассказать. И вот это вот чудо, да, та победа, которая произошла, и вот те 8 дней, когда горело, это еще одно было чудо, которое Бог явил своему народу. 8 дней масла хватило, чтобы освещать храм. И, собственно, была уже новая порция масла, и дальше все пошло, как обычно. Ну, свято відзначається кожного року все одно в різні дати, тому що там випадає на якийсь спеціальний день, так? Дело все в том, что еврейский календарь, он отличается от нашего привычного календаря григорианского. И неизменным остается только месяц, в который празднуется Ханука. Вот. А дата, да, она меняется каждый год по-разному. Якщо не помиляться, 25-й день, так, єврейського календаря, так, щоб правильно. Да. Бо я думаю, деякі просто дивуються, чому кожного року міняється, щоб ви знали, що пам'ятали. Отже, давайте про символи Хануки, тому що от вони у нас сьогодні всі представлені, давайте їх розкажемо і що, як
Тому що от про пончики, мені здається, ну єдине, що я знаю, що вони обов'язково готуються в маслі, і взагалі всі страви на Хануку готуються в олії, тому що так, тому що це ж як основне чудо цього свята, так? Давайте про інші. А, ну, прежде всего, смотрите. Ханукия, которую мы зажигаем каждый день, добавляя по одной свече. Прежде всего мы зажигаем центральную свечу, которая называется главной, или служкой, или шамаш. И от нее мы зажигаем каждый день по одной свече. То есть сегодня вечером с заходом солнца мы уже будем зажигать три свечи. Мы начинаем справа налево. И еще одна центральная свеча. Также это пончики, традиционное блюдо. Блюдо. Почему пончики? Блюдо необходимо, блюдо, которое готовится на Хануку, либо с добавлением масла, либо они готовятся в большом количестве масла. То есть пончики, или на иврите они в субганиот, пончики переводятся. И еще одно из традиционных блюд — это латкис, или картофельные оладьи, или драники, привычно нашему уху. Вот. Ну і далі вже на усмотрення, собственно, кожної сім'ї і кожної хазяйки. Що їсть, так? Що хочуть приготувати. Да. Так, а знаєш, що ще дітям, так, дарують гроші? Да, ще говорять «Ханука гелд». Гелд – це деньги, да, переводиться. І взрослые дарять діткам деньги. Вот, которые не тратят на свое усмотрение. А діти щось дарують дорослим? Радость. Радість, так? І хороше поведение. Ще я бачу ось такі символи. Є так, маленькі, навіть зображені. Так, вот у меня в руках, это вот такой вот сививон. На иврите он звучит, на русском это волчок. И вот такая вот забавная игра, в которую детки играют на протяжении всех 8 дней. Здесь буквы ивритского алфавита. Мы видим гимель, нун, шин и хей. Это буквы, фразу, которую мы произносим в Нехануке. Чудо великое было там. Мы говорим, произнося, мы не в Израиле, поэтому мы говорим там, да, в Израиле. Если бы мы сегодня с вами были в Израиле, мы бы говорили, чудо великое было здесь. Так вот, вот эти вот четыре буквы, первые буквы тех слов, которые я произнесла. И детки крутят волчок, вот. И, собственно, дальше у них начинается игра. Играют они по правилам. У них есть банк. Банк состоит из денег или из орехов. Вот. И смотря какая буква выпала, уже они дальше продолжают игру. Если гимель, они забирают весь банк. Если нун, они не берут ничего. Шин они должны добавить в банк. Если хэ, они берут половину того, что лежит. Хороша такая игра, знаете, я б сама зіграла з дітьми. Отже, ось такі символи, традиції. Ну, крім того, що кожного вечора запалювати по одній свічці, додавати. Які традиції і як ви святкуєте у себе в спільноті? Тому що я знаю, кожного дня у вас щось нове, щось цікаве. От розкажіть. Оці 8 днів, як святкується Ханук? 2 декабря, в первый день Хануки, наш подростковый клуб уже отпраздновали так достаточно ярко и интересно Хануку. Они были в Одессе, ездили, пригласил нас культурный центр «Мигдаль». Там у них было интеллектуальное казино. Тема, конечно же, Ханука. Вот. Ну и завершение вечера было зажигание первой свечи там у них на главной улице. Вот. И что у нас еще будет? 9 декабря у нас будет очень большой концерт, театральная такая постановка, в которой участвуют все наши дети, наши общины. И приглашенных очень много. Пожалуйста, приходите. Это будет воскресенье, 9 декабря в 12:00. Так, запомнятали. Также сегодня у нас будет такой кулинарный батл с нашими участниками. Кто краще приготовит пончики? Совершенно верно. Традиционные блюда ханукальные, совершенно Угадала. Верно. Да. Ну, вот это будет сегодня участникам, скажем, 70+. Вот они делятся своими рецептами, которые переходили от мам, от бабушек. Слушайте, ну це дуже круто. А ще таке останнє питання хотіла б задати. От є у кожного свята якісь свої заборони? Чи є на Хануку якісь заборони? От які варто знати? Чи... Ні, радуватися, веселитися, вкусно кушати і вспоминати ту історію. Прежде всего, кожен єврейський праздник – це вспоминати і розказувати дітям, щоб вони знали, як це було. Це дуже круто. Зараз пропоную вам наостанок привітати наших глядачів, усіх, хто причетний до цього свята, з цим святом, побажати гарного дня сьогодні і ранку. Спасибо. Дорогі друзі, Николаївське общество єврейської культури і Николаївський волонтерський центр поздравляють всіх з праздником Ханука. Пусть в ці ханукальні дні случиться у кожного із вас чудо. Пусть все у вас идет по маслу, а все ваши беды горят синим пламенем. Ханука самех!
Спасибо. Дякую вам дуже. Знаєте, так трошки. І я вас теж вітаю з цим святом. Бажаю, щоб дійсно в житті завжди було якесь чудо, страплялося. І не тільки в ханукальні дні, а взагалі цілий рік, щоб воно було яскраве і таке добре. Я нагадую, до нас сьогодні звітала Тетяна Тупайло, координатор Миколаївського волонтерського центру. Розказала про символи, традиції, які варто знати всім, пам'ятати і, можливо, теж і в своїй сім'ї якісь традиції переймати і вчитися, як правильно розказувати про свята, щоб і діти наші знали, і, можливо, всім цією сім'єю збиратись такі дні.